Привет, ребята! Сейчас я еду. Так вот, захотелось селедочки. Захотелось. Еду в русский магазин. Их, кстати, не очень много здесь, в Монреале. Ну, значит, есть небольшая сеть, такая Элла's Deli называется. Такой вот небольшой магазин, держит этот магазин, эту сеть, у них буквально пару магазинов, держит бывшая израильтянка, ее и зовут Элла, поэтому называется Элла's Deli. А вот, есть очень много там израильских товаров, там, не знаю, допустим, черный кофе можно купить, там всякие приправы и сладости, в общем, много-много-много всего. Вот, если скучаете, кто вот будет скучать, когда приедет, может поехать в русский магазин и найти, в общем-то, все, что нужно душе. Вот, моей душе сейчас захотелось селедки, поэтому будем кушать сейчас селедку. Я надеюсь, что она вот есть свеженький привоз и что она будет не пересоленная, потому что часто она бывает пересоленная. И какая-то развалившаяся вся. Ну, наверное, это потому что их перемораживают, там держат в морозилках. Вот. И надеюсь, что будет все классно. Куплю баночку, сварю с картошечкой в мундирах, с лучком. И оторвемся с мужем по полной программе. Вот как-то так. Вот подъезжаем к магазинчику. Посмотрим, что у нас тут со стояночкой. Отличная стояночка есть. Сейчас вот машинки проедут. И поедем на парковочку. Здесь она от магазина стояночка у нас. Пошли. Так. Посмотрим, что у нас тут. Семки. Селёдочка. 7,72 за полкило. 17 за килограмм. Можно мне еще вот вареной колбаски, вот которая ближе к вам сверху лежит, аппетитная. 300 грамм. Пельмеши, вареники. Приправки разные. Так, здесь у меня что? Всякие солености. Всякие тут сладости. Конфетки всякие.
Вечерний Киев, кстати, есть. $13. Ну, 12,89 плюс налоги. Все здесь можно купить. Даже хлебный квас. Еще в русском магазине всегда можно газетки на русском взять у входа. Также здесь вешают всякие объявления по сдаче, съему, концерты вот Шендеровича. Так что вот так.